Добрый вечер. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Мы считали, что это тема достаточно важная, чтобы задерживаться с ее объявлением. Как вы знаете, мы сегодня проводили здесь, в Москве, переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалимом. И уже после их завершения пришло известие о том, что Джон Керри сделал заявление, согласно которому ударов по Сирии можно избежать, если Дамаск передаст все химическое оружие международному сообществу. Мы не знаем, согласятся ли на это в Сирии, но если установление международного контроля над химическим оружием в этой стране позволит избежать ударов, то мы немедленно включаемся в работу с Дамаском и призываем сирийское руководство не только договориться о постановке мест хранения химического оружия под международный контроль, но и о его последующем уничтожении, а также о полноценном присоединении к организации по запрещению химического оружия. Мы уже передали это наше предложение министру иностранных дел Сирии Валиду Муалиму, который находится в Москве, и рассчитываем на быстрый и, надеюсь, позитивный ответ. Спасибо.